я горел. Як поглянув, так і вмер. Женюсь, хлопці. На днях женюсь. А ну? А так. Одну минуточку. А на ком? Є з колхозу дівчина. Ой, дівчина. Глазу у вас не було. Проглядели. Одну минуточку. А не место. Кто она? А дівчина. Приходите на свадьбу. Так кто? Кто? А невеста какая она, а? Дьявол! Проглядели. Черт, а? Ну что за парень, а? В прошлом году в червонном партизане 1500 гав спахал и ни одной аварии. На третий, знаете ли, косит. На третий пашет. Вот-вот в Москву поведут. Эх, Москва, Москва. И почему это так все им дается, этим комбайнерам, трактористам? Сидор Васильевич, ну погоди. Ну, что это такое за люди, они такие особенные, а? Играешь. И все им, знаете ли, можно. В Москву, пожалуйста. Орден можно. Девушки их любят. Премии, курорт, слава. А мы? Что такое мы? Да нет, я вас спрашиваю. Что такое мы, а? Молчите. Щитовод вы. Да-да-да-да. Ну. Сидор Васильевич, погоди. Вот я, младший щитовод Каменского райфино. Второй год работаю в этом колхозе. А вот могут меня, младшего щитовода Каменского райфино, например, велосипедом примеровать, а? Руби. Видно меня издали. А, видно. Заблуждение. Иди в трактористы, если заблуждение. Пойду. Не пойдешь. Нет, пойду. Не пойдешь. У тебя профессия. Ты щитовод. К черту эта профессия. Я хочу быть трактористом, комбайнером, летчиком. Я хочу, чтобы велосипед. Я хочу, чтобы... Что? А? А Лагины девушки поют. Девушки! Больше всех трудодней имеет, ту и возьми. Кланька Гулько, 350 трудодней. Наташка на пасюк 200. Ой. Любовь. Разве это любовь? А что такое? В чем дело? Любовь есть высшая мечта. Мечта? Вот именно мечта, Сидор Васильевич.
А мечтаю я о жизни значительной. А что есть значительность, Сидор Васильевич? Что есть значительность, а? Вот, Маринка Лукаш, 400 трудодней, хлебом 200 пудов, деньгами 3000, куры, корова и хороша. Ах, как хороша. Сидор Васильевич, и посылают эту Маринку в Москву, а я с ней. Кто таков, а? Любимый муж. Ох, Алексей Иванович, ну проходите, Алексей Иванович, И посылают эту Маринку на курорт, а я с ней. Кто таков? Любимый муж. Алексей Иванович. Алексей Иванович, ну проходите, купайтесь, ныряйте, загорайте. Ой, вот это жизнь, вот это жизнь. Эх, Маринка. Ах. Замечаю, что в последние дни молодые девчата танцуют и гуляют за полночь, а утром опаздывают на работу и ходят по стране, как мухи. А некоторые, гуляючи, выходят замуж, не разобрав, кто есть будущий муж. А потом сохнет, прогуливает. Тому пример Фроська. Выскочила замуж, а он бисов сын, ледотюга. Фроська, объявись. Вот. Да вы сердце срываете перед смешницей. Кто договор подписал? Я или вы? Вы. Поэтому прошу всякие гулянки прекратить. Во время уборки, девчата, за полночь не гулять, силы беречь. И переходное знамя наше держать без позору. Беда мне с девчатами. Никакого удержа на них нет. Виноват. Почему?
Пора вам, девчатки, сны. Одну минуточку, я это выясню. Ну, текайте. Текайте, я вам говорю. Текайте, а то, которых замечу после 12, буду искоренять. Позвольте, Гиду, у нас же танцы. У нас танцы? Да разве же это танцы? А что же это такое? А, да. А черт его знает что? Раскоряк какая-то. Ну, знаете. И присяд, не удара. Эй, бывало! Целуй 100 раз. Считай. Раз. Марина. Лена. Неудобно, граждан. Уборка. Милава. Пора спать, граждане. Виноват. Граждане! Ай! Неудобно, граждане. Ай-яй-яй-яй-яй. Виноват? Да. Прощай.
Пора вам спать, граждане. Уборка, граждане. Уборка. Виноват. Жених. Жених. Ага.
Погоди, погоди. Кто вы есть, молодой человек, а? Тракторист я. Тракторист. Жених, значит. А? Ага. Жених. Ну, текай. Текайте, пока я добрый. Текайте, я угорю. Ишь, какая быстрая. Жених. Ну, кажется, все спят. Эй! Никакого! Не понимают, кому стыдно мое мнение называться бойцом тракторного отряда номер 3. Имени товарища Буденова. За 10 дней, что мы находимся на территории этого колхоза, наш противник, Аверка Демчук, стеснит нас. Стеснит. Несмотря на то, что мы обещали побить его, на сегодняшний день его доблестные хлопцы убрали гектар 900 горючего, сэкономили килограмм 600, аварий нет, потерь зерна нет, косят и пашут на третьей скорости, тогда как у нас Тимко и Макар Самокрут ползают на второй. Это противно наблюдать. Еще замечу, некоторые обедают, будто пришел на свадьбу. А машина стоит. Наша задача развернуть атаку по всему фронту. Мотор доглядать, секунду беречь, работать быстро и без аварий. И я думаю, и мое мнение... А Верка Демчук рано улыбается на этом портрете. Вы согласны, хлопцы, с этой думкой? Хлопцы, погоня! Мы за счастьем поедем в погоню, мы любого осилим в кармам. Мы за счастьем поедем в погоню, мы любого.
Маринка замуж выходит. Да ну? Ага. Поздравляю, Марина. Поздравляю. Кто жених? Тракторист. А, хорошо. Как звать? А? Павло. Павло, очень хорошо. Откуда он? МТС 3-й бригады. Так. Сколько зарабляет? Стахановец? Ударник? Не знаю. Может, он года? А кто его знает? То есть как это кто? Ты замуж идешь, ты знать должна. А коли не знаешь, ходи до правления, узнай. А то и на свадьбу не приходишь. Да вот ты бригады не касаешься. Что? Какой есть, такой Марина, есть. Марина, ты эти тонкие
Коли он лодырь, то и ты плохо работать будешь. Есть у меня одна довольна. Вот, Роська выскочила замуж, а он весов сын лодырь. Говорила я тебе. Говорила. Да ты пойди, Марин, пойди, пойди. Пойди, пойди, с тобой там спит. А вдруг он лодырь? Пойди. Ну что? Марина Александровна. Здравствуйте, Калинка. Здравствуйте, Марина Александровна. Проходите, Марина Александровна. Вот прошу вас, Марина Александровна, садитесь. Очень, очень, очень. Имеет для тебя, Калинка, деликатное дело. Очень рад. Очень рад, Марина Александровна. Только ты отодвинься. Ради бога, пожалуйста. Работает у нас с весны человек один. Парень. Парень. Ага. Ну и бригада наша интересуется, кто он. Ударник, стахановец или еще кто. Ага. Одним словом, как он работает. Парень. Ну да, парень. А скажите, кто же это такой парень, а? Сгара. Кто-кто? Сгара, тракторист один. Ах, Сгара. Ха. Сгара. Ха-ха-ха. Сгара. Лодарь ваш Сгара. Разбыщака ваш Сгара. Гультяй ваш Сгара. Все МТС... Где голова? Где голова? А? Поле голова. Чего ты орешь? Да тут, знаете ли, дела разные. Дела? А ну дай мне, дружи, справку про вчерашний замер. Читай. Перемей 30 гектар. Так, раз. Годенко. 27 гектар. Так. Самокрут. 21 гектар. Басаман. 25 гектар. Ярков. Ярков. Ну-ну-ну. 30 гектар. Зара. Зара. А еще Сгара. Сгара. Давай, давай. Сгара, Сгара. Плохо у Сгары. Что? Да знаете ли, сдает парень. Кто? Сгара сдает? Да-да. Что-то ты путаешь. А ну-ка, дай сюда. 37 гектар. Где ж дает? Куда, суть? Да ты... Знаешь, кто такой Сгара? Павло Сгара, первый тракторист в районе. Ай! Ты что, девушка, а? Это я так. Это я ничего. Нет, это мы так. Ничего. 325 гектар. Поверка Демчук бит и отступает, а ты сдает. Чудак, хочешь, девушка, совет на жизнь? Выходи за тракториста. Не пропадешь? 30-20. Ты что же это, а? В чем дело? Павла позоришь, вороба? Будешь меня? Не любит он вас. Не любит. Был тут. Кто? Сгара. Показатель. Цифры ваши выспрашивал. Трудоднями вашими интересовался. Ему, знаете ли, не такая нужна. Ему, знаете ли, чтобы портреты, курорты,
премия Москва? Ух, мерзавец! А вы его любите? Вы его любите, а он отказал? А он... А вы его... Марина! Интриги ведешь? Ну, знаете, попрошу вас... Чужую любовь сломаешь! Но вы тут осторожней! Осторожней, знаете, я человек... Ух, сколько шченинец! Прошу вас тут... Чернильная душа! Прошу без оскорбления, если того... Предупреждаю! Предупреждаю я, человек! Предупреждаю вас! Убью! Жирнили, левочили, знаете! А то я тоже могу, я таких, как вы, десятками выкидывал! Я человек черный, знаете ли! У меня характер, знаете ли! Поздновато выходишь. А тебе что? Цифры, что ли, будут не те? А? А хотя бы и цифры. Спала плохо. Да сам считала. Ты не смейся. Целоваться всякий гораз. А вот работать. Для премии газет не работаю. Оно и видно. Разве это работа? Что? Да как ты смеешь? Справки наводишь, труда к ней подсчитываешь, дальние расчеты затеваешь, а меня спросил, со мной поговорил. Тебе не жена, а труда дни мои нужны. Танкист, мотор знаешь. Думаешь, заплачу за тобой, да? Думаешь, заплачу? Не дождешься, не дождешься. Марина! Марина! Марин, поди сюда. Ну что, узнала? Ага, узнала. Вот. Ударник. Ой, врешь. И бог ударник. Лучший тракторист в районе. Да что с тобой? Марин, да ты не плачь, рассказывай. Ну. Он говорит, не подхожу я ему. Показатели мои не подходят. Твои? Твои показатели ему не подходят? Ага, мои. О, пройди, свидетель ты. И видишь, люди добрые. И видишь, ее показатели ему не подходят. А? 400 трудодней чертяка его дедали. 400 трудодней зарплаты ему не подходят. А? Какой принц? Трясся его матери! Какой принц? За табаком! Отмой! Кончай! Антигри! Ура! Подумаешь, я писала! Не плачь, Марин, нахай он в дине! Отстань ты за нами на усилу! Да! Это Петра, что она этим не плачь! Чернявенько, с вусами! А я так чернява! Девчата! 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 Замуж замуж!
Thank you.
Дима, наживай, папа меня дарил. Давай, ну. Давай, чего стоять, сказ на барабан? Ну, иди. Иди, сказ на фриз. Черт. Ну, гони, гони. Сейчас, понимаешь? Ну, давай, давай, давай. Куда ты ходишь? Смирно, Верка Дымчук низко кланялся тебе, Павло. За аварию и трехчасовой простой. Я орден снял по времени. Стыдно, что не досмотрел за тобой. Что ты, Данила? Открывай! Thank you.
Ну вот, а ты... Что ж ты, а? Одно! Да понимаешь, бабы догнали. Бабы? Ну да. Выпьем по полной, чтоб век наш был долгой. Добрый вечер. Доброго здоровья. Здоров, хлопче. А, Михаил. Каким ветром тебя занесло? Марина дома? Да тут было век делать, да не знаю, куда делать. Не дай. Полезай. Что, хлопче, оскандалился? Война зайца за хвост. Целоваться он может, а работать не дай ему. Вот Тина, вижу, хорош гостья, да не в пору. Какого пива наварили, то и пейте. Догнали тебя, девушка. Но это мы еще увидим, кто кого. Бывай. Что было, то видели. Уйди тебя грешному. Был орех, а теперь везун. А ну, здоровье ваше. Горло наше! Будьма! Дрявый кум, на хлопца напустились. А что, а в чем дело? Ну, знаете, тут такое, что лучше не говорить. Расскажите. А тут интрига. Интрига? Какая такая интрига? А знаете, щитовод чернильная. Ну. Отдаем. Гады про нас в частушке поют. Слушай. Тракториста песенку споем. Вас проборят, тракториста песенку споем. Жил на свете с гаром. Весел и речист. Не хватило парню пара, лопнул тракторист. Не хватило парню пара, лопнул тракторист. Думал, бабы слабы, и задрал он нос. Обогнали Пашку бабы, наломали хвост. Обогнали Пашку бабы, наломали хвост. Всяк про сгару скажет, ох, какой жених. Он гулял, плясал, гордился, а теперь затих. Он гулял, плясал, гордился, а гора! Ну, иди нам! Поешь? Коллективное произведение. Знаете ли, у меня характер, знаете ли. Не бойся, приндыкай себе дальше. А мы, знаете ли, и не боимся, знаете ли. Марина. Марина.
Эх ты, Павел, Павел. Ну и голова. Ты такой рекорд поставил, как ты вся Москва. Ведь с гором ветер и реки. Эй, вы! Когда мы с тобой расставались, луч солнца за тучей погас, и сердце мучительно сжало, и брызнули слезы из глаз. Мне плакать такая отрада, я плачу и легче шаг. Не надо, не надо, не надо. Не надо меня утешать. Прав я был, Марина Александровна. И тракторист он последний, и любовь свою, знаете ли, на счетах подсчитывал. Ну, ты это, Ковенька, брось. Ну, Марина. Видишь ты? Одну минуточку, Марина Александровна. Марина. Одну минуточку. Идите сюда. Здравствуйте, Наум Васильевич. Под окнами не ходи, под ворами не стучи, и чтоб я тебя тут не видел, и цыган! Да что вы, Наум Васильевич, ты ящерица! Вы знаете, Наум Васильевич, я тебе покажу, чем крапива пахнет! Ой, да. Будешь ты у меня носом хрен копать! И цыган! Управитесь? Велит, мы сделаем. А ты, полага, Петр, беспокоит меня. Делаем, говорю. Чего ты? А то, может быть, вам трактор часть на два на три подбросит. Ну, да не надо, да, вы не надо. Сами, сами. А то он опять чихать начнет. Ну, ладно. Смотрите, девчата, не подкачайте. Не подкачай. А то знамя. Знамя-то ваше. Того? Отобрать придется. Ну это мы еще посмотрим. Это мы еще посмотрим. Пожалуйста, посмотрите.
как дела, Кузьмич? Хорошо, Никита Степанович. Чудеса прямо. Если едок пойдет, сядь через 20 кончи. Да ну. Эй, тракторист окаянный нам попался. Так сердежи, так сердежи. Гляди. О! Ого! Сними! О, Шарпак, а запасного-то и нет. Варить надо палам, Федор, пусть. Сколько время? Да часа два, три, четыре, а может... Да, два и не больше, понял? Ага. Гони! Да ну скорей, скорей! Гони, гони! Ну, давай, давай! Ну, Марина, позорно. Не успеть, я говорю. То есть как это не успеть? Эх ты, ударница. Не успеть. Да ты знаешь, что такое уборка? Не успеть. А ну, Марина, иди по ланкам, да кликни баб, что косить умеют. Да, стой! Позови сюда Лизавету Трифовну. Позову? Да скорей! Бабы! Бабы! Ты, что косить умеешь, за мной приходи! Я умею! Косить умеешь? Нет! Косить умеешь? Умею! Скорей, что косить умеешь, приходи! Почему у тебя контора без присмотра, а? Ну, когда вы на посту вор за версту, бояться нечего. Ну что, видно? Да. А? Видно, Наум Васильевич. Ну? Как на ладони? Маринку вашу видно? Я тебя не про Маринку спрашиваю. Ну? Ну как там? Успеют отождеть, а? Успеют. Да, колхоз. А, метеорологическая станция. Принимаю. Так. Эй, Василий, что случилось? Молодец, тракторист! Вот.
же это? А ну-ка, девушки! Выйди! Thank you.
Я-то тут при чем? Нет, Дарья. Позволь, Паланкзёров. Не позволю. У меня лучшая девка вянет. На празднике ты шла. А у меня лучший тракторист страдает. Я не знаю, от чего страдает твой тракторист. От любви, Палага Федоров. Только от любви. Других причин у нас нет. И быть не может. Маринку Лукаш не видали? Маринку Лукаш не видали? Пойдем! Не могу! Мама, Маринку Лукаш не видали? Нет. Маринку Лукаш не видали? Маринку Лукаш, не видать? Когда? Когда же свадьба твоя, казачья, а? Любишь? А искренне я, парень, тебя любил, а? Да брось ты, Сидор Васильевич. Ну, погоди. Садись. Я вам сейчас, ребятки, веселое расскажу. Страшная интрига вокруг тебя, парень. Ух, страшная. А что такое, а? Да знаете, счетовод писа моего душа. Да ну! Да-да! Сидор Васильевич! Ура! 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 Ты, Сидор Васильевич! Ух, дорогой! Сидор! А ты не влез, Сидор? Ну вот! Так это ты сел! Сидор! Так это ты сел! Ура! Ура! Сенька за мной! Любовь! Вот она! Настоящая любовь. Да.
Авынька? Простите. Простите. Я, видите ли, вот. Что это? А это я... Ну? Я, видите ли, обманул вас. И вот тут вот, вот тут, все написал. Павло! А-а-а. Сгара! Да-да, Сгара! Значит, он... Он! Значит, он не говорил! Нет! Значит, он не спрашивал! Это все я! Я подлец, Марина Витальевна, подлец! Спасите меня, Марина Витальевна! Так это счастье! Кобылька! Спасите меня, Марина Витальевна! Родной, дорогой! Ведь это же счастье, ты понимаешь? Счастье! Алексей Иванович, какой ты замечательный, какой ты хороший, какой ты милый, какой ты хороший! Значит, он меня любит! Я обманул вас! Да ну, я обманул себя! Да ну, минутку! Я люблю вас, Марина! Да что ты говоришь? Да, очень люблю, безумно! Голубка, золотка, полюбите меня! Я буду танкистом, я буду трактористом, я буду летчиком, радистом, поэтом, о жизнь! От света, радость я! Молю тебя, люби меня! Капитан! Внучку дуришь! Катаграф! Катаграф! Я тебе! У меня Держи! Ну как, ребята? Все в порядке? Смехаешься? Что? Издеваешься? Что? Уверяю вас, обман! Именно обман! Да такие дела в полканстве! Стыдно тебе, смешно! Спасите! Попался! Подтверждаешь интригу? Подтверждаю, все подтверждаю! Вот здесь вот все написал! Держи руку! Держи руку! Спасите! 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 Бригада моя просила передать вам, товарищи, что это знамя мы никогда и никому не отдадим. Верно, девчат! Я с удовольствием передаю это переходящее знамя нашего боевого краснознаменного шефа. Принимай, Данила Петрович. Поздравляю. Поздравляю вас. Поздравляю вас, товарищ бригадир. Ну, Данилыч, поздравляю. Ворку! Интрига!
Доблестного деда Наума правление колхоза премирует двустволкой. Берегите, дед, наше колхозное добро так же, как берегли его все эти годы. Сидор Васильевичу Балабе, передайте-ка, организатору нашего оркестра и большому мастеру своего дела. Играйте нам, Сидор Васильевич, ваш вальс. И пусть девушки и парни танцуют до утра. Уборка кончена. Разрешите? Вы танцуете? Пока. Пойдемте, Галь. Разреши. Пожалуйста. Прошу вас. Порядке, да. Прошу вас! А ну, вы меня!